место здесь, среди деревьев. Я решил заняться помощью природе, так, чтобы все люди подключились к этим действиям. Нас часто спрашивают, почему именно гинкго белово? Оно растет 2-3 тысячи лет. Оно росло еще во времена динозавров. Это дерево было распространено по всей земле. Оно очень хорошо приспособлено к морозам. Это двудомное растение. У него есть женские и мужские особи. Можно приезжать к нам в Витебскую область, помогать нам, участвовать в проекте. Подходите к нам здесь, мы вам расскажем больше. Хорошего дня, вечера.